Приветствую всех, с вами Сенсей. И снова прохождение бездарной, бесполезной игры. За последнее время я такой игры ни разу не видел. Даже сейчас припомнить не могу. Эта игра без сюжета. Вообще абсолютно отсутствует сюжет. Он был только в начале. Минут, наверное, 15-20. И все на этом. Без стелса, блядь. Никакого здесь стелса нет, он не занимает укрытие. Ничего нет для стелса, чтобы было. Лук, бездарный лук. Он даже не арбалет, который нужно прокачивать. Это просто ужаснейшая игра, такое говнина. Но с хорошей графикой, с хорошей анимацией. Все вроде. С бездарной прокачкой, которая без надобности прокачка. Здесь отсутствует полностью все оружие, полностью отсутствует. Здесь нет ни вил, ни ломов, ни всяких ножей разнообразия. Все это нужно делать в прокачке. Что вообще не сделать и так далее. Арбалетов нету, хотя у них цивилизация застряла где-то, наверное, в 1800-х годах. Но есть пистолет. Черт, еле отбились. Мы выживем на зло вселенной. Игра кусок говна. Кусок говна с хорошей графикой. Такой игре 2 очка я могу дать только. Двойка, блядь. Даже на тройку не тянет из 5. Давай. Вот так. В игре отсутствует все. Все отсутствует. Я сейчас не припомню. Я не очень люблю игры такого плана. Именно вот приставочные. Я даже не могу припомнить такую игру приставочную. Даже Uncharted круче, но Uncharted там события какие-то происходят. Здесь мы просто тупо идем, все, с девчонкой. Девчонка только все спасает в этой игре. Не было бы девки вообще, это кусок говнины, блядь. Это просто бесподобное говно. Я не знаю, как можно сделать такую говнищу. Все силы были потрачены именно на графику. Все, в игре больше ничего. Ребятам респект, кто занимался графикой и анимацией. Всех остальных на завод, блядь, вон болванки нахуй. Делать, блядь. Заготовки, блядь, для ключей, нахуй. Потому что ключи делать им нельзя такое позволить. Вон еще. Да, кстати, я сейчас пропатчился. Патч. Помните, я ругался, кто смотрит меня с самой первой серии? Фонарик непонятный, который не успевает. Ну, вроде сейчас побыстрее стал, смотрите. Видите? Он теперь... Я там плавал в некоторых местах, там вообще ничего не видать было. И это их косяк. То есть, когда близко, не видно было фонаря вообще. Темные места, темные... Вот они сейчас поправили. Потом они поправили, чего тут поправили. Я перемещаюсь быстрее, ребята. Вы видите, пистолет не успевает. Анимация не успевает за... Это я только заметил. Вот как про фонарь я говорил. Я специально до этого запустил. Я вот только заметил, что анимация, блядь, пистолет не успевает, понимаете? Вы возьмите в руки пистолет, и как вы быстро повернетесь, он взрослый мужик, сильный, мощный. И для него поворот это, но мишень не успевает. То есть анимация должна быть чуть ускорена здесь, чтобы... Я жду анимацию. Когда я стреляю, я поэтому и не могу нормально стрелять. Потому что когда я мечусь... Ну ладно, детей не будем иметь. Когда я мечусь, он не успевает анимация, а выстрел он делает, когда он повернется. Я думаю, что я в этот момент жду анимацию. Стелс здесь просто отсутствует. Я смотрел это кино до эпидемии. Его нету. Правда? Укрытие он не занимает. Он ее прям выпотрошил? Я бегу, да, и мне надо причесть обязательно. Кино детское. А зачем ты его смотрел? Не знаю. Не будем отвлекаться. Ладно. Нет стелса здесь, отсутствует стелс. Экшена нету, нечем стрелять. Я хожу, блядь, сука, с винтовкой говённой, блядь, 1800 года, которая вот перезаряжается, блядь, как наш берданка, блядь. Мусор бесполезный, я его постоянно собираю, я ничего сделать не могу. Ничего я из этого мусора не могу сделать. Я играю на очень легком режиме, да? Нет, я играю на легком, а есть еще, по-моему, очень легкий.
Дело даже не в этом. Дело в том, что это должно все. Вот сюда, что ли, нам? Куда? Чего там базарили, блядь, я прослушал? Тупица. Олигофрения вонючая. Сюда, может? Фонарь, бездарность. Я не знаю, я хрен знает. Я вам говорю, вот он... Перелог. Опять этот долбанный броневик. Главное, не высовывайся. Ну это стелсовская игра. Эта игра построена на стелсе. Чтобы незаметно пройти вот эти блокпосты, убить, уничтожить. Ну даже укрытие не занимает здесь. Я вообще понять не могу. Я еще, когда она только вышла, я думаю, что это, блядь, игру не могли сделать, что ли, с укрытиями. Он не занимает укрытие. Как такое можно играть? Ладно, он хоть встает сам. То есть я сижу, и он встает, как в нормальных играх. Это вот очень радует. Вот сейчас бы я занял бы укрытие и сел бы. Из укрытия легче стрелять. Эта игра переплюнула «Мафию 3». Даже вот в два раза, блядь, переплюнула она. Кусок говна, вот кусок говна. Вот, конечно, резик выйдет. Только прекрати фигнёй страдать. Я играю вот сейчас для людей. Вот смотрите, у меня ни патронов, ни черта нету. Нет ни хрена у меня. Мне нечем воевать. Я играю на легком режиме. Да. Да все, сейчас я жду. Блять, опять укрытий нет, видите? Опять мне приходится присаживаться. Почему он, когда присаживается, он не прилипает к стенам? Это, конечно, говнина еще та. Это я не знаю. Это такое чудо. Это надо... Ребята, я не знаю. Это на помойке не найдешь, блядь, таких игр. И люди, сука, платят за такую хуйню, такие деньги. Да, возможно, я говорю со стороны, именно со своей стороны, что я вот блок... Этот, какой блокер, говорю? То, что я... ПКшник, да. Ну это, по-моему, даже не ПКшник заметит такую дресню. Кусок говна такой, блядь. Где-то вот здесь чурбан стоял, да? Так я тоже хочу. Не сомневаюсь. Эй, я же спас тебя от щелкуна. Я подумал. Лук какой-то, блядь, я не знаю, из говна, песка и глины, но... Да ладно, будет тебе тушен. Он что, блядь, не мог лук, что ли? Арбалет нормальный, блядь. Натягивает он. Смотрите, он сколько натягивает времени, блядь. Где вот это говно? Все нахуй. У него в глазах потемнело, блядь. Ни хера не видать. Полное отсутствие, блядь. Как вот сейчас, блядь, уходить? Вот как вот? Вот видите, он вроде как бы занимает позицию, вроде как бы казалось. Но он встает, смотрите, как он встает. Из чего они по нас болят? Он не может выглядывать из угла. Теперь мне больше здесь не пройти. Он у меня еще полудохлый. Да хер с ним, пусть сдохнет. Я что-то не пойму, вообще что-то... У меня слишком темно, да? Что-то совсем я ничего не вижу. Прям вообще потёмкино. Может, после патча такая дрянь появилась у меня. У меня яркость-то, по-моему, на... А, вот так я... У меня тройка стояла, да, точно. Чурбан, неповоротливый. Анимации настолько вялые. Нехорошие анимации. Да, они красивые, но они настолько вялые. Просто отвратительные, блядь, анимации, но... Кусок говна, неподвижный кусок говна. Очень сложно играть им, блядь. Может быть, на джойстике удобно и все такое. Но вы же делаете на ПК. Она и должна быть работать на ПК. Почему я должен покупать джойстик? Вы видите, он кусок говна. Он, видите, жопу вынес за машину. У него башка прилипла к машине. Он не занимает укрытий. Он это делать не может. Вот это переключение вот этого говна, все, блядь. Ёпта. Могли бы на каждую кнопку сделать, я бы хоть знал, что как. Колесо переключает только вот эти позиции. Я не могу переключить колесом, поставить ружье сейчас, быстро. Мне надо удерживать кнопку. Ну ладно, это...
даже плевать, хрен с ним, с этими кнопками. Здесь разнообразие, я более-менее считаю, что это удобные. Все равно удобно здесь. Ребята, извините меня. Это игра, кусок говна. Он на прицеле. Я ничего не могу с этим поделать. Палки вот эти, бесполезные палки. Зачем они нужны, палки, блядь? Ну что, сука, у него он не может, блядь, трубу какую-то оторвать, блядь. С палкой бегает. Это я не знаю, кто... Надо увольнять таких людей, блядь, ёпта. Кто делает такие игры и за такие деньги? За бешеные деньги, блядь. Бешеные деньги! Игра не стоит, блядь, 30 серебряников, блядь. Сейчас меня убьют, пока эта жаба вылазит. Девка, плевать. Блять, ну вот видите, это я укрытие занял, блядь. Просто у меня реакция уже, как игрока ПКшника, у меня реакция сразу, как говорится, встать в позу. Девку мучают там, все, нахер. Я ее сейчас уже не спасу. Вряд ли, блядь. Сейчас меня спасут. Сейчас душить будет неделю, блядь, эту говнину, да. Даже в мафии я могу кнопкой вылечиться. Здесь надо нажать 7, блядь, и потом лечиться, ну. Ни оружия, ничего нет. Вы видели, 2 патрона мне сраных дали, блядь. Человек. Я понять не могу, куда идти. Вот туда за угол давай. Ты, блядь, шустрый парень-то, блядь. Вот он как должен сразу делать. Какие-то... Удушение какое-то, удушение придумали. Ну ладно, черт с ним, с этим удушением. Насрать, блядь, на это удушение. Хрен с ним. Видите, вот с этим рюкзаком он возится. Это анимация, чтобы взять другое оружие. Но это все уходит время. То есть стелс здесь отсутствует. Отсутствует все. Стелс. Мы постоянно куда-то идем, блядь. Куда-то идем, идем, идем. Ни сюжета, никого не спасаем, никому не помогаем. Людей больше нету, но. Просто отсутствие всего. Мне надо проверить это говнину. Вроде пока идет запись. Их тут, блядь. Чего вот такое, блядь? Чего? Здесь лестница сраная, блядь. Чего-то начала подвисать, блядь. Ну давайте, как люди говорят, надо там все лазить, искать. Мне это надо вообще, блядь. Мне интересно идти по сюжету. Пусть не расследовать чего-то, ну, кого-то спасать по дороге, кому-то помогать, что-то менять, что-то продавать, что-то покупать. Вот как должна стоять игра, строиться, блядь. И поверьте мне, если вы умный человек, послушав меня, возможно, вы примете другое решение, что игра, да, не очень. А потом вам покажут, что игра на самом деле барахло. Уж поверьте мне, сколько я людей так убедил. Как и вот сейчас я заливал это, NVIDIA идет не туда. Я говорю, выбрали путь, карты не растут. А ребята белорусы, ребята серьезные, за которым команда много лет занимается этим, по 300 тысяч просмотров, они стали говорить то, что я толдычу уже, блядь, полгода. С этого года я начал толдычить. Вот так вот. Просто у меня 200 просмотров, а у них 200 тысяч с ролика. Хотелось бы мне тоже донести до всех свое мнение. И я думаю, что я прав в этой игре. Потому что в ней нет ничего. Она пустая дрянь. Нет указателей. Ну, это как во всех играх. Это специально так делается. Для затягивания времени. Специально. Если был бы указатель, как в нормальных ПКшных играх. Просто приставочники их не сжирают. ПКшники сразу сожрут. Так, давайте это разберемся в ситуации. Вот сюда нам, да? Может, вниз нам надо? Да. Видите, что тут? Косяки пошли, блядь.
Куда ты мы постоянно идем? Игры нет вообще. Даже мафии, там какие-то задания выполняешь, там одно задание. Они все однообразные. Здесь вообще даже задания отсутствуют. В этой игре отсутствует даже задание. Мы просто идем. Какая-то сранье. Прокачка, прокачивать трубы. Трубу прокачать, чтобы у меня была не палка, а труба. Я не знаю, это... что люди не могут это заметить. Вы говножоры, что ли, блядь? Что вам игра, например, зашла, кто-то говорит, а мне зашла игра. Ты говножор, значит? Как такое говно может зайти, блядь? Это же первые признаки. У меня есть такой ролик, я говорил, что 5 признаков должно быть. Сюжет должен быть, графика должна быть. Нормальное управление, блядь, не должно быть косяков. И еще что-то, я уж сейчас не помню. Вот это главные критерии игры. Косяки есть? Есть в игре. Что-то я заблудился, ребят. Так, я вон там прошел. А прыгнуть я сюда не могу, тут слишком высоко. Управление респект я даю, да, для ПК говно управление. Но для приставок, переделанной на ПК, это респект. Это я даже, мне кажется, лучшее, что я видел, всех лучше здесь сделано, именно все кнопки и так далее. Что-то я не догоняю. Много базарю, наверное. Говна выливаю на эту игру. Одно радует, что она ничего не продолжает. Она как одна, как игра идет. Я оттуда вот пришел, да? А зачем я опять в это здание-то полезу? Мне не надо, наверное, в это здание. Я пришел оттуда. Что-то вот здесь я не могу догнать. Он же туда свалится и все, наверное, разобьется, блядь. Вот здесь он по карнизу не ходит. Чёрт-батый. Смотри, ходит. Смотри, чёрт. И как я вот от него спрячусь от этого? Нас не видят. А девка-то идет, интересно? А я не могу посмотреть. Здесь нет третьего 3D камеры. Обалдеть. Вот сколько я частей заливал? Вот сколько? 3 или 2 часа мы не видели людей вообще точно, блядь. Что какие-то заставки тут. Да оставь ты эту обезьяну, блядь. Убери руки. Все, все. Успокойся. Не стреляй. Они нас не тронут. Убери пистолет. А нахуя ты напал-то тогда, дебил, блядь? С девкой он идет. Неужели издалека он не видел, что как мужик идет с девчонкой в сопровождении девчонки? Не она в сопровождении его. Она круче, подумал, чем ты этот черт. И тут она. А эти с детьми возиться не будут. Выживает сильнейший. У тебя кровь. Понятно. Короче, ты его только увидел. Ты бы уже услышал заранее, ага. Кто-то там идет. Он Сэм. Сразу... Ну, а ты, как я понял, Джоэл. Тут выживалка же. А и сколько с вами? Все умерли. Эй, может, а еще он есть. Лежал на диване, услышал, кто-то идет в окошке. Нас было много. Но пришла гениальная идея зайти в город за припасами. Нарвались на этих выродков. Пришлось валить. Тут уж не до припасов, сам понимаешь. Можем пойти вместе? Элли. Ну вместе же безопасней. Да тут кто тебе даст, блядь? Тут такой сценарий. Только одним можно ходить. У нас тут логово в надежном месте. Ты был один чурбан, блядь. Да мы поговорим спокойно. Может, игра сейчас начнется? Ладно, ведите. Я третью или четвертую часть заливаю, и мы просто идем с ней, все. Извини, что так вышло с пушкой. Как такое вообще может зайти, блин? Я бы, наверное, так же... Вот с девкой мы бегали, мне понравилось вот в начале. В начале какой-то был сюжет. Потом иди с ней туда-то, блядь, и все, мы идем. Я уже не помню, куда мы идем, даже вообще понятия не имею. И выживалку они загнали в такие рамки, что ни автоматов, ничего нету.
не доски, блядь, и пистолеты, блядь, и по три патрона. Вот, зато говнину вот эту он таскает. Он из-за этого медленный, как я всегда говорю. Из-за болтов в кармане, блядь. Перевешивают они его, блядь. Он не может быстро, блядь, двигаться. Но. Не успевает у него лапа-то, блядь. Фонарик стал успевать, вроде. Вроде побыстрее сделали фонарь, но. Может, услышали меня? Ну, вряд ли, блядь. Осторожней. Насколько нужно быть популярным, чтобы они у меня услышали? А вы с дочкой вдвоем? По 200 тысяч собирать, чтобы посрать такую игру, блядь. 200 тысяч кто собирает? Он, наоборот, скажет, игра исключительная, обалденная. Интересно идешь, продвигаешься по стелсу, все там, луки есть. Блин, да вообще уважуха там, все дела. А сколько видов оружия? Два пистолета, два, блядь, этих самострелов вонючих, ну. Вот это говниночки, какие-то попрыгуны. Зачем это информация бесполезная? Стоп, стоп, не шумите. Может, не присесть нам? Их нет. Долбанный грузовик. Все время ездит за нами в этом чертовом... Сэм, что ты делаешь? Ничего. Выброси это. Мой рюкзак почти пустой. И какие у нас правила? Совсем ничего не видно. Правила? Какие правила? Берем только то, что нужно. Да, болты, блядь. Вот мы таскаем пошли. Болты. Говнину вот эту. Болты, веревки, тряпки и залупы. Далеко еще? В штанах. Близко. Очень близко. Ты расти, моя пиписка. Близко. Где девка-то у меня? Ты иди сюда. Вон она что-то взяла там. Я ей разрешаю. Похоже, их прям кто-то был, но давно смылся. А где остальные? Решили еще раз все осмотреть. Вдруг... Че, вылет был у меня? Ну, я поставил на качество. Подежурь тут, я тоже пойду. Решил все-таки на качестве играть, потому что картинка на балансе просто говнина какая-то. Я все-таки решил качество взять. Так и надо. Стелс из говна, песка и палок, блядь. Ну, понимаете, здесь как будто вот... Получилось. Как во Вторую мировую войну вот здесь все это оружие. Я не знаю, на кого они смотрели. Может, они смотрят на такие игры, как... Так. Лезь на этот как грузовик. Метро, блин, они там из говна и палок собирали там. Ну, там есть коллаж. Там это есть. Да, там говёное какое-то оружие, но там... Я вот, да, что-то я не понял, куда вот этот чурбанёт все делался? Вот я сейчас вылез туда наверх. Да что ты, блин? Вот здесь у меня висяк был сейчас. Вот я вышел, смотрите. Чёрт, я снова... вот туда поднялся, и там хорьки, блин. Вы этого, наверное, не увидите, я, наверное, вырежу. Блин! Смотрите, трубой три раза, блядь, по башке и ни хрена не убил. Блин. Блядь, опять я укрытие занял. Ой, сука, порез. Если я запрыгнул, это укрытие я занял. Потому что у меня всегда укрытие на этом, да. На пробел, блядь. У них нет никакого оружия. То есть он не может им дать оружие. Похоже, по игре так. Постоянно мы шарохаемся по каким-то помойкам, блядь. Нету жизни здесь в игре, нету. Просто ходьба, блядь. Это не опасно? Они ведь рядом. Ключ только у меня. И откуда взял? Убил тут одного. Помойки. И забрал. Все прошли. Это здесь. Игра настолько неинтересная, что даже говно не хочется собирать. Ну. Мне? 14. Понимаете, мне было бы интересно собирать, например, усовершенствовать трубу, да? Ну, там есть усовершенствование трубы. Но нет ножов, то есть я выберу тогда лучше нож, чем трубу. Для зомбаков, ну. Их по стелсу убивать лучше, ну. Ну, и зомбаков-то нет уже, все.
И зомбаки-то закончились, эти обезьянки-то бегающие. Ну вот новый закон тут у них. Может, игра когда-нибудь раскрутится, потому что есть такая похожая игра RDR 2. Да, она вообще раскачивается. Но все мы равно пришли. Там какие-то события, какие-то пьянки, гулянки. Здесь просто тупо, сука. И... вот он у двери должен был уже открыть эту дверь, понимаете? Не ждай, вот он должен так стоять, а я должен там лазить по помойкам, искать. А я ткнулся и зациклился из-за него, блядь. Ну чё, вот я не ищу, что ли, предметы? Вот я ищу. Где они, предметы-то? Всё, я здесь на этой... Я уже об этом вообще говорить даже не хочу. Ну, я понимаю, там, прокачать палку, например. Палку прокачать, там, до 10 раз, я понимаю. Не до 2, а до 10. Так палки-то не прокачиваются, труба только прокачивается. Вот это мой кабинет. Этих палок здесь, стульев, говна всякого. Чего хочешь, бери любой предмет и бей. Кстати, почему так не сделать? Да. Пошли. На сложных уровнях одно, на легких другое. Не хочешь? Нет. Да потому что игра тут сделана чисто. Вот в этих рамках, чтобы хапнуть вот столько. Почему вы еще здесь? Момента дожидаемся. И? Да. Вот. Смотри сам. Ну, смотрю. Видишь этих тварей? Целый день они торчат внизу. Сторожат этот мост. А вот ночью... Почти все идут баньки. После заката есть шанс удрать. Как стемнеет, мы прокрадемся. Попробуем. Будь спокоен. Мы все выберемся. Ты даже без оружия. Он человек без оружия даже. Постой. Откуда такая самоуверенность? Мой пацан уже 1000 лет не улыбался. И я тоже. И я в том числе. Так куда вы идете? Для камеры. Говорят, цикады сидят к западу отсюда. Хотим добраться к ним. Что смешного? Ничего. За три часа первый. Время многие делают ставку на первые общения. Да, может быть, неспроста. Значит, ты не знаешь точно, где они, и все-таки тащишь его через всю страну. Знаешь что? Ты такой же тюфяк. А ты занимайся девчонкой. Да. Не лезь не свое дело. Выдохни. Они все такие здесь мерзавцы, блядь. Здесь ни о какой сплоченности речи не идет. Пишут такие темы, берут такие темы и пишут такую дрянь. Мы здесь. А это заброшенная. Помните старые выживалки? Там везде они группируются. Если кто из наших выжил, они будут ждать там, завтра. Помогают друг другу. Если вы хотите с нами, идем сегодня ночью. Тогда нам лучше отдохнуть. Он говорит, нам пора. Главнюк? Идти придется очень быстро. Твое дело вцепиться в меня, как клещ. И как ты будешь двигаться? Вижу, понял. Ну что? Держаться меня, как клещ, а не вцепиться. Пошли. Он за руку его поведет. Так, держитесь рядом. У меня девка сама стреляет, блядь, с оружием. А ты его за руку поведешь, что ли? Ты уже пробовал? Не вижу я, как он его ведет. Да. Рад слышать. Нахуй в этой игре все плохо, блядь. Надеюсь, ты знаешь дорогу. Есть такие люди, которые могут все обосрать, а есть такие люди, которые могут все похвалить. Я в игре...
в этой похвалить ничего не могу, кроме графики и анимации. Ну, и анимация, и то она какая-то замедленная. Все. Я думаю, что так. В этой игре нет ничего. Даже прокачка бесполезная. Ножи и трубы нужны, но вот эти палки каменные дают. Так, я вообще понять не могу. Давайте зачем. Разберемся с ними по-тихому. По-тихому. Эй, как ты эти по-тихому пройду? У меня ладно, 5 патронов, блядь. И 3 луковицы, блядь. Одна. Как у вас дела? Пристрелили нескольких зараженных. А туристы как провалились. Сейчас последний нож, блядь, срачу. Тот вырубил уже, а я все драчу, блядь. Все, здоровый, детина. Кто придумал так? Я говорю, анимация здесь замедлена во всем. У меня и ножей-то нет, по-моему, да? Вон два ножа у меня есть. А что-то не загорелся нож, не загорелся. Там это как... Куда идти-то, я не пойму. Чё-то я с нюха сбился, ребятки. А? Где этот чурбан тут у меня? Джоэл, фонарь видишь? Там человек. Вижу. Где, блядь, фонарь? Где человек? Я не вижу ни черта. Где фонарь-то? А, вон где, блядь. А чё же он сюда-то убежал, в этот темный угол? Я что-то понять не могу. Там, может, где-то проход есть? Проход. А? Вот здесь вроде кажется, вроде. Ага, хрен там, кажется, крестись. Ну, вот я ищу предметы, вот, блядь. Лутаю, блядь, предметы, нахуй. Где они, чертовой матери, блядь? Ладно, давайте пойдемте на чё, бой вступать. Что тут выдрачивать-то? Говёныч. Нашли готовенького! Видала? Не дурно. Раз бы сейчас укрыть... Блядь. Укрытие бы занял. Держи его, вон он там! Кому говорю? Вот эту говнотопа надо сначала завалить, да? Топчет там, который... Сучёныш какой-то. Как раз у меня есть одна стрела, блин. Охренеть! Все, блядь, собаки запрыгали, нам. Меня нечем спулять, да. Вы смотрите, смотрите там, блядь, сколько. 2 патрона у меня или 3, блядь. 5, блядь, не то нажал. Ой, господи. Че, за какую их придется сейчас брать? Держи! Где помощник-то у меня, ёбаный ты говно, да, блядь, ебучая сука. Где этот хорёк, блядь, ёбаный? Всё, блядь. Ёбта, комодная игра, блядь. Кто бегает? Чё, ни черта не могу понять. Смотрите, нельзя сделать это. Это сделать нельзя сейчас, понимаете? Говно это отключить, блядь. Кто меня стреляет? Я вот понять не могу, блядь. Смотри, волк. Кто меня стреляет? Я не могу понять. Может, дудку взять? Ёб твою мать, она у нее не заряжена еще, нахуй.
пиздец, башку, блядь, убил. Тебе хана! Ёб твою мать, говнина это. Вот ты попробуй сейчас, блядь, переключить, сука, быстро, блядь, на другое ружье, блядь. Как это вообще возможно, блядь, переключиться? Ему плевать, смотрите, рядом сидит. Это человек играет со мной, блядь, в игре, нахуй. Не упусти его! Мы команда, блядь. Вот он. Вы видели анимация какая, блядь? Вот так его, блядь, от пули, понимаете? Прям реализм, серьезный реализм, блядь. Его здесь нету, нахуй. Опять вон, видите, блядь, стреляет какой-то черт, блядь. Этот кусок говна просто, блядь, забегал, нахуй, и все. Эй, эй, ты чего? Успокойся. Два выстрела в башку, блядь, один. Куда-то, блядь, или в шею, куда, нахуй. Мощный удар, я нажимаю, четыре раза нажал, блядь. Он только ударил. Говнятина. Все, разобрались. Пошел, не стрелы взял, а взял эту херню, блядь. Стрелы были ближе, блядь. Ну, пока играю, ребята. Ну, играть не во что. Ну, старые игры, все равно есть старые игры, правильно? Блять. Сколько я патронов сейчас заработал? Нисколько, блять. Нисколько, понимаете? Нисколько я тут не поднял, блять. Кроме своей стрелы. Они из чего стреляли, блять? Из пальца? Тяжелый человек я, блять. Конечно, тяжелый, блять. Потому что игры такие, блядь. Где лут-то, блядь? С чего лутать-то? Мало того, что, сука, вот этот мерзавец, блядь, ни хера не делает, блядь. Одного человека убил, там подкрался, и все. Готов? О, нет. Давай, скорее. Вперед! Ну, одно радует. Хоть люди появились, понимаете? Хоть что-то какие-то... Телодвижения начались в сюжете. Они так. Здесь. Ну вот. Оба, кто это убил, блядь? Есть. Он стрельнул, видать. Ну, матерь пошли. Божья, вы видели? Он первый раз стрельнул, блядь. Так, ты первый. Видюха немного напряжение поднял. Сэм, давай. В записи не держит, блядь. 375. Вольт пришлось стоить. Сразу пошла. Быстро, быстро! Сейчас я 4 стал. Хотя, да, 25 минут играл. А это 26. Поэтому. Теперь тащим его! Извини. Мы уходим. Что? Что за бред? Ну, пошли! Ты что, охренел? Черт! Я с тобой! Блять, вообще нахуй. Эх, тупость зашкаливает во всем, блядь. Заходим внутрь, скорее! Ну подныривай сам, ты, блядь, ёпта, она этот забор держала. Ну как вот такое, блядь? Она держала вот этот гараж, блядь, вонючий. С гаражную дверь. Сама девчонка держала одна. Он подлазил. Говнина во всем говнина. Я не знаю, как вообще такую игру можно купить. Понимаете, вы не видите таких обзоров, как у меня. Вы их не видите и никогда не увидите. Вот если вы нарыли случайно, блядь, меня на... Да, так вы скажете, нахуй везде так хорошо отзывается, блядь. По миллиону просмотров. Да вообще обалденная игра. А вот тут нарвались на игры. Да ну это черт какой-то, блядь, туда-сюда. А в игре нет ничего. И никто вам об этом не скажет. Потому что все делают деньги. Держи! У столов! Прикрой, я иду! Все, вот трубами надо драться, блядь, сейчас с ними. Здесь надо переключать, понимаете? 25 раз. Он там садится на жопу. Рюкзак этот вонючий достает. Его стреляют, бьют. А он залез в рюкзак. Что он там в рюкзаке ищет?
давайте на этом остановимся. Достаточно на сегодня. Всего доброго. Берегите себя. До новых встреч.